Дорогие друзья, а вот она наша посылка, или скажем так, наши покупки из онлайн-магазина Озон. Итак, открываем, смотрим. Так, открываем коробки, смотрим, как все запаковано. Много бумаги. Так, бутылки в пакете и скотчем. Заклеено здесь, что у нас. О! Так, тут вот как все выглядит. Ну, запаковано все хорошо, что ж, будем открывать, смотреть. Ну, собственно говоря, почему мы обратились к сайту Озон именно из-за кофе. Кофе Лор Крема. Когда мы его покупали в Эльдорадо, он стоил 1190 там с чем-то рублей. А в других магазинах мы видели его тоже, ну, дорого стоит. В том же Окее там тоже он порядка 1200 за килограмм. И на сайте Озон этот кофе стоил всего 907 рублей. И поэтому решили дальше набрать того, что нам надо. И в итоге наши покупки. Кофе 907 рублей. Это вот коробочка с чаем Earl Grey Fantasy. Здесь 100 пакетиков. Этот чай мы очень любим, Earl Grey. Он вкусный. Впервые решила попробовать вот такие вот интересные макароны из полбы. Цельнозерновые рожки 350 граммов. Но цена не сказать, что у них вот прям дешевая какая-то, низкая, подороже, чем обычно. И все-таки макароны стоят 76 рублей. Итак, смотрим. Макароны из полбы цельнозерновые. Варить 8-10 минут. Здесь 6 порций. Состав. Цельнозерновая мука полбы. Вода. Ну, будем пробовать. Пишут, что полба... Удивительный древний злак, обладающий целебными свойствами, волшебным вкусом и сохранивший исконную природную силу. Цельнозерновые макароны из муки полбы содержат все составляющие полезные вещества цельного зерна. Большое содержание клетчатки очищает и оздоравливает организм. Минеральные вещества восполняют запасы организма в витаминах и микроэлементах. Природный баланс белков и углеводов не вызывает активного образования жировой ткани в организме. Нерастворимые пищевые волокна надолго насыщают, способствуют похудению, имеют низкий гликемический индекс, подходит для диетического питания. Вот такую красоту я себе приобрела. Если на вкус понравится, буду обязательно брать еще. Ну вот видите, недешево получается. На скидках было оливковое масло. Рафинированное. Здесь 1 литр. Изготовлено в Испании якобы. Стоит 333 рубля. Ну, не знаю. Подсолнечное масло «Золотая семечка». Также 1 литр. И цена у этого масла была 89 рублей. За 90 рублей каждая. 90 рублей каждая. Вот такие вот семечки бабкины. Отборные. Они очень вкусные. Эти семечки сейчас вот долгими самоизоляционными вечерами семечки идут на ура в нашей семье. Ребенку заказали машинку за 199 рублей Полесье. Вот такая вот. Хорошая машинка. Пока он играет с такими, и хорошо. За 89 рублей вот такой вот шоколад «Коммунарка». Шоколад горький десертный с начинкой. Начинка шоколадная. Здесь 200 граммов. 200 граммов шоколадки. И вот такая вот очень даже хорошая цена. Для Ванюшки вот такие вот интересные печенюшки. Печенье-грибочки, сюрприз внутри. Внимательно посмотри на героев и найди тень каждого из них. Это весело. Нам не страшно. То есть... будет чем заняться, немножечко развлечься и поиграть. Здесь всего 42 грамма, конечно, стоит дороговато. Стоит 120 рублей. Откроем, посмотрим. И печенье Орео. Орео 170 рублей стоит эта коробочка. Здесь 6 упаковочек, по 2 штучки в каждой. Тоже не сказать, что дешево. Здесь 246 граммов, но ребенок прям просил. У меня дети, что старший, что младший, очень любят Орео и просят. Иногда вот покупаем. Еще одна покупка – это
Соки и нектары для детского питания. ОАО «Сады Придонья». 18 пачечек по 0,125 литров. Ну, вот так вот выглядит каждый сок. Небольшой. Ваня любит именно небольшие объемы этого сока. И любит сок он, потому что имеется эта трубочка. Если упаковки большие, то он сок не допивает, трубку хватает и убегает. А это вот прям милое дело. Эта упаковка стоит 358 рублей. То есть вот из 18 соков. Вот он сидит, ждет, что схватить. Что ты хочешь взять, Ваня? Печенье три кота первое берем. Открываем, да? Ну, давай. Ребятам будем показывать? Да. Ну, хорошо. Так, что вот там? Такая тут у нас имеется упаковка. Это вот сами грибочки. Маленькое их количество, небольшое. И тут имеется, Ваня, смотри, это, наверное, разукрашка. Наверное, это. Да. Вот листочек, который можно разукрасить. Как ты любишь. Что это? Это что-то еще. И магнитик на холодильник. Вот такой вот магнитик на холодильник с карамелькой, Вань. Давай. Да, бери. Все, можешь забирать. Вот такой вот мы сделали заказ на сайте Озон. В общей сложности потратили где-то около 2500. Доставка в Постамат была бесплатная, а уже из Постамат, который находится под одной крышей с Океем, уже забирали сами. Так что, дорогие друзья, на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока.